По словам президента Армении, армянская сторона в курсе, что войну можно было остановить 19 октября. Президент Армении Ваагн Хачатрян заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным о том, что возможность остановить войну была 19 октября 2020 года. Как передает Азия Ас, об этом свидетельствует стенограмма встречи, размещенная на сайте Кремля. «Армянский народ ценит ваши усилия в деле урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта. Я могу вам сказать, что вы делали во время военных действий. Ваши усилия, при помощи которых война остановилась, это тоже оценивается не только мною как личностью. Я знаю, что население Армении это тоже ценит». В действительности, мы хотели пораньше прекратить, как-то закончить войну. И я знаю ваши усилия. У вас была возможность остановить войну 19 октября 2020 года. Мы об этом говорили с Сергеем Викторовичем Лавровым, когда он был в Ереване. Но так получилось, что война остановилась 9 ноября 2020 года. Но самое важное, что война остановилась, заявил президент Армении. Что думаете вы? Пишите в комментариях. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, и вы всегда будете в курсе новых новостей.